В регионе по-прежнему остаются актуальные проблемы хищения частных и колхозных оленей во время перегона стад. На заседании профильной комиссии депутаты окружного собрания рассмотрели факты отстрела частного поголовья и способы борьбы с хищением оленей. В январе этого года в СПК «Харп» зафиксированы случаи отстрела 6 оленей. Благодаря оперативной помощи оленеводов, сотрудники полиции задержали преступников и возбудили уголовное дело. Как отметил заместитель начальника окружной полиции Владимир Макеев, все уголовные дела возбуждаются по статье «Кража имущества». Председатель СПК «Харп» Николай Колесников с такой классификацией правонарушений не согласен. Мне интересна сама трактовка. Да. Сначала было как браконьерство, сейчас пошла как кража имущества. Да, если человек, значит, вылез с отстрелянных оленей, значит, это кража. Если застрелил, но его, как говорится, поймали на месте, значит, это порча имущества. Замечательно просто. А то, что он планировал этот разбой, а то, что выехал с оружием, а то, что он огнестрел проводил, это вы как понимаете? Люди-то в бригадах этого не понимают, а люди это непонятно, понимаете? По словам Николая Колесникова, наказание за незаконный отстрел оленя нужно ужесточить. В противном случае охотников это не остановит. Приедет, уходит практически безнаказанно. Ну, заплатил, вышел, посмеялся и пошел дальше. В следующий раз также приедет. Ну, смешно вот сейчас, да, застрелил в декабре. 6 важных. 6 тельных важных застрелил. Представляете? Когда приходит и говорит, а вот у меня азарт, я выехал, смотрю и начал стрелять. Ну, это что, вот понимание, да, у человека азарт. А другого азарта нет, по людям стрелять. Почему-то все приравняется как будто вот к такому вот, к шелосту. Ну, заплатил деньги, все, уголовного дела нет. И даже оружие не изымается, средства использования. Ну, это дикое. Ежегодно на территории округа в период убойной кампании сотрудники окружной полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Тропа». Депутат окружного собрания Владислав Песков предложил полицейским усилить меры по обеспечению безопасности перегона оленей на пастбище. У нас есть участок дороги Красная Мариинмар, и вот есть такая речка Петумбой. Обычно где-то осенью, в темное время, в ноябре, я вот сам ездил на машине, встречал, оленеводы переходят этот участок. И, ну, зачастую там идут машины, там бывают грузовики и прочее, да, они не останавливаются. И, ну, темное время суток и все остальное. Вот можно ли обеспечить в этот период как бы перекрытие дороги, чтобы оленеводы могли просто перевести стадо, перевести ордеше и как бы выйти, как делают в Мизени, на трассе Мизень-Архангельск. Незаконный отстрел оленей осуществляют не только в районе Красного, но и в отдаленных поселениях округа. Туда на охоту приезжают жители других регионов. Когда были шойны, был вопрос, что охотники приезжают сквозняком, ведут мимо шойны и туда дальше, на Калину, в нос вообще и дальше, понимаете? И там, значит, соответственно, на каких основаниях они это делают, охоту производят. И я здесь не берусь квалифицировать, я просто говорю о том, что это факты есть. Вот сейчас мы поедем на восток, до Шуи, опять там, по всем населенным пунктам проедем, и будет пример то же самое. Нам-то как отвечать на эти вопросы? И когда это закончится? Как отметил заместитель начальника окружной полиции Владимир Макеев, охотники с других районов приезжают в округ по приглашению кого-то из местных жителей. Ни один иногородний в тайне от местных сюда не приехал, потому что, ну, согласитесь, ехать неизвестно куда и неизвестно что. То есть кто-то его приглашает, кто-то привечает. По итогам заседания экспертно-правовому управлению окружного парламента комиссия поручила проработать вопрос квалификации правонарушений, связанных с отстрелом домашних животных и браконьерством с учетом опыта регионов. Также представителям правоохранительных органов и окружного профильного департамента были даны ряд рекомендаций. Как отметила председатель постоянной комиссии Ольга Каменева, год оленеводства, объявленный в Ненецком округе, позволит уделить больше внимания проблемам отрасли и коренных народов. В рамках года оленеводства в собрании депутатов утвержден план, достаточно план очень крупный по различным мероприятиям. И на днях мы побывали и в поселке Красные, встретились с оленеводами и чумработницами СПК «Харп», проговорили и просмотрели их проблемы. Это проблемы есть с обеспечением, с пенсионным обеспечением, проблемы недосмотров. Вопросы здравоохранения депутаты окружного собрания обсудят на следующем заседании постоянной комиссии по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера. Оно состоится 1 марта. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Леонид Шишелов, телеканал «Север».